Народ, привет! Вышли мы из нашего отеля в трейд-центр. В трейд-центр погулять. Тут очень прикольные магазинчики. Сейчас вам вот Наташа. И мы возле Victoria's Secret. Смотрите, еще какую мы здесь горочку обнаружили. Смотрите, с нее можно съехать. Как вам такой вариант вообще? С нее можно съехать. Это я даже не представляю. Нет, там какая-то должна быть точно это. Подожди, давай обойдем, посмотрим. Здесь очень много магазинов. Есть Макс, есть кофейня, Starbucks. Нет, ну как вам вообще эта вот вещь? Кто на ней может поехать? Ну я могу, в принципе, но я не знаю на чем. 15 дирхам стоит один съезд. Как-то странно. Слушай, ну если на жопе, конечно, стрёмно. Может, на какой-то машине? Нет, а машинка какая-то должна быть. Ну как ты? Тебя что, пропихивают или всасывают? Реально, если с телефоном проехать, не смешно. Да нет, тебе не надо. Кстати, смотрите, сейчас покажу вам. Подожди, туда кто-то пришел. Очень прикольная вообще, вот как так сделано, я не знаю. Под старину, давнину, но не знаю, как-то как сам центр сделан, знаешь, как какой-то... Как китайский стиль какой-то. Да, прикольно вообще. Не китайский, а буддийский. Вот. Это как в сингапурском храме. Ну, это только первый этаж. Вот мы зашли. Шопинг видели, распродажи какие-то. Может, походим, покажем вам. Есть Макс магазин хороший, тоже мы про него видео сделали. А вот горка меня очень интересует, потому что, ну, не знаю, вот, представляете, такие вот всякие штучки прикольные, блестящие, ты в них едешь. Народ, ну-ка напишите в комментах, кто-то бы рискнул съехать, но очень же она, скажем так, узкая и, мне кажется, быстрые завитушки совсем. Лифт такой прикольный, древний вообще. Ну давай, идем спросим, как бы людям-то интересно. Hi, sorry, can you tell us how it possible go there? Sorry. How it possible go there? It's hard? It's for my own and this one? Прошу, no, when you start, you're going to use with the mat. With mat. It's dangerous? Like this mat. Все, ребенок проехал, да, эти дня, наверное? We allow kids and adults. For one slide, 15 dirham. For two slide, 25 dirham. For two person, 15-15? Yes. 15 дирхам. Может, рискнуть, проехать? Да ты что? Да чего, давай я проеду. Нет. Не, ну я хочу проехать. Все, давай сейчас. Мы сейчас подумаем, наверное... Народ, ну, наверное, рискну, приеду до своей задницы собственной. Вот это? А купила за 15 дирхам билетик. Ребята говорят, даже сон проедет, говорю, я не застряну. Они говорят, смеются, да нет, ты не застрянешь. А в какую ты, интересно, эту выйдешь? Мне тебя здесь ждать? Меня тебя? Ну да, зачем? Выйду, я куда-то выйду. Нет, просто смотри, там же есть правая сторона и левая сторона. Девочек спросим, откуда я буду знать? Все спрашиваю, ты все как бы снимаешь, и потом посмотрим на вариант, что получилось. Да, купила я билетик. В общем, идем сейчас. За 15 дирхамчиков прокатимся на попце, на мате. Ну, будет прикольно, чего. Телефон нельзя с собой брать, ну да, как бы его разбить можно. Если совсем быть классной, можно и вниз головой прокатиться, как я на горках каталась. Так, в лифт идем, заезжаем и посмотрим. Ну вот такая горочка, о, ну поехали со мной. Ну снимешь, как я выеду и все. Нет, так я должна спуститься на этот этаж, а это какой? Нам куда? Ох. Нам куда, на третий или на второй? На третий. Да? Горка самая высшая, конечно. Вот такие здесь лифтики еще. Не, действительно, сделан в таком стиле, знаешь, как вот... Да, мне нравится. Мне он не то, что буддийский храм, мне наоборот, какого-то храм железного человека. Подожди, такого. Ты мне должна дать инструкции перевести, только внимательно теперь. В какую ты сторону выйдешь, чтобы тебя снимать? Я откуда знаю, давай так сейчас спросишь. Да. О, боже. Боже, что такое с Наташей? Подожди, ну, а нам еще надо подняться. Наташа нервничает. Что, Наташа нервничает? Ну вот, горка, кстати, нам еще выше, наверное, куда-то. Наташа вздыхает что-то сегодня, блин. Боится меня потерять, видимо. Там еще много людей. Там, ты думаешь, ну что, что? Ну отстоим очередь. Смотрите, кстати, вот. Люди стоят в очереди. Ну классная развлекушка такая вообще, супер. Что там? Ты там дети, а теперь улица. О, ну посмотри теперь, сколько лететь надо. Ну, долечу-то, я не знаю как. Наверное, все вещи. Как-нибудь да? долечу. Ну, по-любому я вещи отдам. Как это? Мне аж прямо страшно. Да что тебе страшно? Нормально все будет. Все будет хорошо. Вниз уже пока.
показывать. О, так ты будешь на камеру снимать. Хорошо. Hi. Yeah, we have... This one single? Yes, single. But you can take your mobile phone inside. No, I will leave to her, don't worry. I'm just making video. sorry, can you know in which exactly from two tubes I will go? Because she wants to make video. Okay. You want the... What? She wants to stay and make video. In down. I'm down. Staying down. Down. In which kind of tubes I will move? Because some tubes. Which one you want? You tell me, no problem. The higher one. Okay. It's the higher one. So you will go higher. Okay, can we check there, okay? Идем, посмотрим. Смотри, это еще надо тебе подняться наверх. Видишь? Ничего себе так. В трубу, вон женщина тоже хорошо стала, сейчас будет. Ух ты, ух ты, ух ты. То есть вы поняли. Так не надо, Наташ, ну не расстраиваешься, не успеешь, все будет нормально. А, вот смотри, вот одна. Вот маленькая, а да. Ё-моё. Смотри, если ты летишь по этой трубе, то ты раз, два, три, ты, наверное, идешь на левую трубу. Смотри, если отсюда. Наверное, да. А вот это вот раз, два. Да, вон, смотри, он на левую трубу. Ёпта. Уже прилетел. А вот теперь мне стрёмно. О, как вот главное не обосраться. О, боже мой. Так быстро. Ладно, сейчас пойду на верхнюю трубу и... Да, ты сейчас должна вся раздеться. И полечу. Все будет хорошо. Быстрее. О, да, здорово. Надеюсь, все будет хорошо, реально. Поняла. Подожди. Ну что? Ты готова? А ну, так, 3-2 раз. Где-то ромашка должна здесь лететь. Боже, какой страх за свои деньги. Так. О, полетела. Вот эта ромашка летит. Помаши мне. Так, все. Развлечение. А, развлечение. Теперь так, где лифт, пойду на лифт. Вниз. О, такое развлечение. 15 дирхам. А если два раза, то получается на 5 дирхам меньше. То два раза 25 дирхам. Так, все, идем вниз. А, честно, народ, страшно. Я была на многих горках, и водных, и на самой большой горке Азии мы были в Сингапуре. Да, были. А в середине, я думала, что я ехала минут 5. В середине, когда начала крутиться, я думала, что я сейчас не то, это что не выеду, минута, я вылечу оттуда. Это было секунд 10. Мне казалось, минут 5 я ехала, мне уже было страшно, я орать начала. А мне было смешно, но я туда не полезла. Ну, это того стоит, это прикольно, такой, знаете, адреналинчик классный, да. Но я боялась, что вот я вылечу, я перелечу куда-то в Макс, Старбакс там, короче, с обратной стороны, там мне сдают, а мне кофейку. Ну это секунды, это даже не 30 секунд. Это секунды, мне казалось, вообще я класс. Очень долго ехала. Слушай, это даже класснее, чем вот это в Дубае сделали на какой-то там, денег, некоторые блогеры катаются. За 15 дирхам это море удовольствия. Как слушай, бы, ну... столько народу побежало вверх. Да, сейчас там большие очереди. В общем, я когда ехала и орала, сделала рекламу. Ну, этот мол уже очень нравится. В общем, сейчас идем дальше, покажем магазины, еду. Ну, покушать уже хочется. В общем, прикольно. Вперед. Там мы уже какой этаж проехали, Наташ? Это первый этаж, я не могу понять. Ну, тут вообще, да. Наташа правильно выразилась, полуэтажи какие-то. Тут есть 1А, 1, 2А, 2А. Смотрите, какой здоровый, прикольный мол. Он какой-то спокойный, знаешь, очень. Да, вот мало людей. Кафе Папа Роти, очень много такого Макдональдсов, типа всяких. Ну, сейчас ищем, где его покушать, не знаем пока.
Ох, подсказал нам security, где кафе Хатам находится. Очень вкусная еда там. Помните, мы там уже ели в Дубае моле. Так что хотим там перекусить. Ну, за ним. О, смотрите, все-таки какой здоровый мол. Ну, вообще, наверное, все молы в Эмиратах, в принципе, очень большие. Даже Риф Мол, он не маленький. Риф Мол, уютный мол. Надеюсь, видео уже выпустила с ним. Снова приходим к горке, и нам сказали наверх ехать. Вот, я его и заметила. Вот Center Point, хороший какой магазин. И поехали вверх. Ну да, узоры ресторана Хатам, реально. Ох, эта горочка просто не дает мне покоя. Это вот ты все проезжаешь, и у тебя просто вся жизнь перед глазами. Ты начинаешь сильно-сильно кричать. Но тебе никто не помогает. Потому что это был твой осознанный выбор. О, вот и ресторан Хатам уже. Ну, оформление просто классное. О, как прям в Global Village. В общем, вот он Хатам. И целая куча, наверное, других еще таких похожих кафетерий, которые с такой едой, как больше ресторанная, а не фудкорты. Потому что мы фудкорты нашли, мы не сильно их захотели. Типа а вон, по-моему, бренд Фолес, я уже вижу. Чибо, по-моему, бренд Фолес там, я по-моему. Да, то есть мы видели людей, мы видели филиппинок, у каждой было по пакета два. Ну, я видела филиппинок, когда с горки бежала, по два пакета бренд Фолес было. То есть это вообще, ну, классное. Я много видео делала про эти бренды за копейки, ну, посмотрите и приезжайте. Зашли в Хатам, а здесь даже вот сесть негде. Смотрите, здесь столик есть, а здесь нет столика, самый прикольный. Вообще людей нету, ничего. Это ничего себе так странно. Это уже, я скажу вам, почти 6 вечера. А как же они вызывают? Без 26, да? Главное до 6 успеть. Давай вот сюда вот сядем, смотри, какое. А к нам кто-то придет? Окей. Слушайте, вообще никого нет. А можно вот, смотрите, семейные, когда вы садитесь, вас шторкой закрывают. И вы сидите, и тоже стола нет. Это что такое вообще? А вот эти узорчики, помним, по... Смотрите, по Дубай Молл. Кафетерии Хатам, и там действительно вот эти вот, смотри, с такие же столики, не знаю, можем здесь даже сесть, да, давайте здесь. Thank you. Хатам? Хатам, we visit Хатам in Dubai Mall. Yes, Dubai. Very nice. And in Alain Mall. Alain Mall, Marina. Yes. And Abu Dhabi Mall, Airport, El Marwan. Wow, в общем, много кафетерий. Ну, это ресторан. Okay, thank you. Do you have any kind of soups today? You have chicken soup, lentil soup, seafood soup. Chicken, курица, lentil, чечевичный. Bush chicken? Да, давай. One chicken, one lentil, one chicken. И давай порцию шашлычков с этим. Цены мы уже вам показывали в Dubai Mall, поэтому мы, наверное, сейчас выберем вкусную еду. Сейчас я вам так еще скину. Такие вкусности, действительно, это все правда. Это все вкусно, это все очень рекомендуется к еде. Вот лентил суп есть, 18, чикен суп 18. Так, уже примерно знаем цены. Хорошо вот такие, что надо взять какую-то Давай колбаску. Давай ты вот выберешь это, вот красиво, я не знаю, что это. Миксит Тика Грил, это 59 стоит. Ну давай возьмем и нормально. Ну, сейчас будет. Я подумаю, сейчас. Да, или вот такую какую-то вот тоже. Так, уже началось слюноотделение, это плохо. Да. Не, ну мы правда, мы приехали, когда в 3 мы уже были в номере, в 3 мы поели бургер, и сейчас уже без 26, надо успеть поесть до 6, вы знаете. Поэтому, потому что очень хочется. Ну, покажем сейчас, что мы заказали, покажем счет. Ну, думаешь, это вкусно, ну, странно, что никого нету. Ну, много людей в Макдональдсе, в этих всех кафетериях, но мы видео не делали, потому что, помните, в Дубае Молл только начала снимать, рассказала про лайфхаки, какие там купоны есть, чтобы сэкономить. Ага. Сразу же охранник подошел, просил выключить камеру. Ну, много народу было, но народ не парился абсолютно. Нет такого, чтобы кто-то подошел, сказал, смотрите видео. Ну, помните, правда, видео пляж про Лимамзар, безумная женщина пыталась там у нас стереть видео, но там вообще не было заметно. Ну, это такое все. Отвлечение. Наташа уже машет, говорит, что ты уже фигню несешь, как бы. Ну, да, да, да. Я понимаю. Слушай, ну, а что такое, смотри, просто кебаб супер. Султани. Кебаб Султани. Правда, стоит дорого. 66 дирхам, piece of lamb, филе,
Слышишь? Вот это вот. Нет? Ну давай, вот такой вот кебаб султане. Ну чуть-чуть, подожди, просто отблески. О, вот так вот, да. Кебаб султане очень даже хорош. Вот у тебя открыто, смотри. Вот ты даже я открыла. Как раз, я же сказала, вот это вот мне нравилось. Только мне вот это вот нравилось. Что, вот, смотри, это написано кебаб султане. Ну давай, кебаб султане, смотри, супчик поедим, углеводов не будет, один сплошной белок, и мы в дамках. Маринад, что-то все, такое, супер. Филе, я не могу. Давай, кебаб султане, может кофеек еще. Все, принесли уже мой чечевичный супчик и Наташин куриный. Куричный. Куриный. Кстати, в прошлый раз куриного супа не было. Вообще никакого супа не было в хатам. Мы хотели супчик и не было турецкого кофе. А видишь, кофе. У них кофе вообще нет, я так понимаю. Хотя он тогда был заявлен в меню, а сейчас нет. Они предлагают только чай черный, как иранский чай, чай черный. Что там, супчики? Вот смотри. Овощи. Ну, много всего. Да, и вот и курочка есть. Так, а у меня что в супчике? Сейчас посмотрим. Чечевица. Логично. Угу, чечевица, точно. Супчики чечевица. Ням-ням. О, это вот это все, приветственные это овощи с орешками это и вкусный хлеб. Хлеб мы тоже очень любим. Спасибо. Чем это? А? Да, yes, thank you, thank you. Да, это называется комплимент. Это можно... Very like комплимент. Это можно есть бесплатно. И целая куча хлеба. Ну что, Наташ? Хороший. Такой хорошенький, это и по соли хороший вообще. В общем, приступаем сейчас к поеданию супчика, а потом покажем вам этот султаний кебаб. Кебаб приятного султани. Аппетита. Приятного нам аппетита. О, наша султания, thank you. Султаний кебаб. Mm-hmm. Это у нас, значит, как ягнятинка. Ну, это филе, а это фарш. Филе и фарш. Да, ну, сейчас будем пробовать, да. Сейчас будем, сейчас попробую обязательно и посмотрим, что это. Thank you, thank you. Okay. More one? Please, yes. Наташа требует еще один комплимент. Нет, я не требую, парень сам сказал. Чего это я требую? Парень сам сказал, вы хотите нет, еще просто, больше? Когда мы сидели, Наташа говорит, как бы попросить еще один комплимент. А еще нам разрешили звоночек звонить. И он его будет выбегать, а вы будем махать. Они сказали, все нормально. А зачем же ты сейчас позвонила? Издеваешься над людьми? Показала звоночек. Так, итого, это должно быть филе. Ну, дали рисика немножечко. Это, наверное, это немножечко. Масло. Это по их мнению немножечко, да? Так, ну я попробую так прямо из тарелки сейчас, да? Так, это такая вот большая какая-то. Ну это филе. Это отбивная, да, это филе. А это будет кебаб. Это фаршик, фаршик. Фарш. Кебаб. Сейчас попробуем эту котлетку замечательную. Ну, котлеточка. Мальчики не смеются. We just check if it's fine. Thank you, шукран. О. Очень свежо, очень вкусно. Такой прям свежий, а во рту тает. Да? Угу. Так, что еще это? О, thank you. Нам принесли соусики, но мы лично не пользуемся. Это какое-то мяско такое. В специальном соусе. Я думаю, смотри, что оно было на этом, на мангале. Вот видно дырочку. Угу. Такой было проб. Оно должно быть вообще очень. Ой, пахнет, слушай, как. Мягкое. Ну, жуется так, не тает, ну, жуется, ну, вкусное, мягкое. А должно таять, да? Да, должно таять, но это вкуснее. Ну, потому что это фарш. Ну, и рисик. Я только сейчас вспомнила, что такое минц. Ну, и рисик, как рисик. А, кстати, можно туда масло, он же маслица принесли. Вкусный? Ну и комплимент. И опять то, что я хотела. Ой, так вкусненько. Спасибо, ребята. А, кстати, это орех вообще молодой, свежий. И оливки очень вкусные. Что-то за оливки. А хлеба, посмотрите, сколько нам принесли хлеба. Это вообще. Ну, мы, конечно, две, может, упаковочки с собой заберем. Но да. Сейчас есть это. Уже весы сказали, хватит. Ну, теперь можно мне поесть? Да, приступаем. Спасибо большое.